Меня зовут Татьяна. Я живу реальной жизнью. Я люблю социальные сети, где-то там слышать о них в стороне. А поэтому за реальной жизнью я приезжаю в Крым. Крым – это счастье до сих пор. Есть дикие места, есть прекрасные, красивые, замечательные уголки, которые еще не тронуты цивилизацией и нашим добрым человечеством. А есть еще теперь, уже 15 лет, как есть такое шикарное место, как Тыбель, в котором 15 лет уже проходит такой шикарный фестиваль, где можно получить бесконечный заряд позитива, где можно пообщаться с друзьями, с которыми встречаемся уже несколько лет. Здесь можно насладиться потрясающей музыкой, которую вряд ли где-то можно вот так еще в другом месте собрать в одно время. На том же месте, тот же джаз, уже 16 лет. Я здесь уже, наверное, 6-й год, с 2014 года. И я думаю, что я буду сюда приезжать еще и еще, за морем, за солнцем, за драйвом, за этой энергией бесконечной, за позитивом и за вот этой творческой колоссальной энергией, которая дает такой заряд бодрости, такой душевный подъем, с которым легче идти по жизни и жить реальной жизнью, настоящей. Я желаю вам почувствовать это, как Тыбель на джазовом фестивале.